АПМ. А почему я в аркаде? Как я сюда попал? Нихера она едет в аркаде, пацаны. Как я попал в аркаду? Я никогда здесь не играл. Здорово, Алиф. Почему у меня вдруг режим основной поменялся? Тут же все друг друга видят, да? Нужно как-то по-хитрому играть. Понял. Эй, дрити налетает вообще жестко, типа. С ума сойти. В аркаде. Я хочу себе такую машину в РБ. Заверните, пожалуйста. Ну, тут попадало, конечно. Здорово, агент, здорово, дружище. Редкие кадры, пацаны. Стример играет в аркан. Случайно, правда, да. Но все же. Берите на Йорзу, посмотрите. Охереть, у меня перезарядка вообще жестко. По умолчанию стоит аркада всегда? В смысле? Ну, у меня всегда по умолчанию стоит реалистичные бои. Я никогда в жизни не переходил на аркаду вручную. Ты о чем вообще, дружище, говоришь? Как такое может быть? Не обманывай меня. Охереть. Да жестко вообще. Слышь. Да, это аркада, детка. Рак начинает побеждать. Единственное, что, конечно, упреждение брать невозможно. Даже на полкилометра. Почему он пока с прострелия, а на самом деле нет? Как кончился. А тут еще и дымки пополняются. Вообще жестко. Слышь, да это в аркаде, походу, сатанинская машина, я так понимаю. Ой, это ко мне. Сюда что-то. А тут довольно весело. Здорово, Попивкович. Здорово. Да не надо мне стрелять, что? Чем тебе нужно? Далее. Так я уже шестерых убил. It's a pretty fun. Really? Бля, он сейчас успеет приехать, меня экипаж зачем-то пополняет. Не надо. Он вышел? Как такое возможно? Не хочу больше дымовых завес. Атакуй, не атакуй. Все равно получше этот. Я шустрый. Да-да, детка. Вот такой вот я. Он за мной едет?
Ах ты, сука. Преследовать меня решил, да? Несется. Смотри. Ну, смотри, какой он. Нагибатор. Мамки 378. Ну, пожалуйста, остановись. Не разряжающий двигатель. Как я мог сейчас не пробить? Fuck you. А можно мне постоянно снаряды перезаряжать? Я не пойму, что ты делаешь еще заряжающий в этом танке? Не надо отлынивать от работы, надо заниматься тем, чем нужно заниматься. Почему я не вижу? Физические повреждения, все. Дурная часть. А, у меня нет опять БК. Подожди, они что-то без казны помогут стрелять, да? Насколько я помню. А когда мне опять одного члена экипажа убили? Объясните мне, как это случилось. Здорово, Петр. Приветствую. Скажите мне, пожалуйста. Что? Что? Тут 890 грамм тротила. Как такое вообще возможно? Вообще понимаете, что это такое? Сколько там взрывчатки внутри? Это вообще законно? Потому что мне кажется, что нет. Не, ну это я стрелять не буду. Нахера нам такой цирк, как говорится. Здорово, Павло. 27, это что, самолет? Или я не знаю. Знамя там есть, да? Свои пазики. А, я же вижу, свечусь, наверное, постоянно, да? Понимаю. Ну, тут невозможно играть, конечно, когда все друг друга видят. Такое. Просто свечится тупо на карте, как имбецил. Окей. Не, ну зато мне нравится то, что танки типа едут быстро. Прикольно. Врум-врум, мазафака. Я не ожидал реально, что в аркаду попаду. Чуваки, вы как вообще пустили-то ее? Скажите, как это случилось? Чувак тоже он нормально стрелял. Так, вот тут чувака надо будет контрить. Ну, а мы сейчас по захвату, скорее всего, проиграем, если поздравим. Вперед он несется. Ой. Ко мне, наверное, едет, а? Чувачочек. Не спеши.
меня попало. Здорово, гладиатор, да, я сам в шоке, но это хардкор. Я надеюсь, мы тут победим. Но что-то подсказывает, что проиграем, он с ужетом половины игроков поуходил. Я тоже баба, я и не знал. Трудно не знать, да еще и забыть, согласись. Странно, почему я его не вижу? А, у меня БК в первую очередь. Твою мать. Она еще, кстати, что-то танкует, я вообще в шоке, типа. Как он мог выжить, я не пойму. Вообще после такого. Как он себя в аркаде чувствует, очень весело. Ну, я твою мать. Очень весело она в аркаде себя чувствует. Надеюсь, что там сейчас чуваки мне помогут. Ну ты же видишь, она едет, все убивает. Типа. Не надо в нее стрелять, пожалуйста. Не. Как он? Как это может выживать после килограмма взрывчатки внутри? Я не могу понять. Как это работает? Ну, конечно же, его подсосут. Очевидно. Не, ну то, что у меня такой быстрый КД, это прикольно. Реально. Не, да она вообще носится тут как электровеник. Вжух, там, полицейский разворот тебе. МВП, получить награды. Все дела. Так, вот тут наши танки горят. Давай сейчас здесь посмотрим, как это работает. А сколько я за бой получил? 117, ну слушай, ну типа нормальное количество кредитов, приятное.